Две школы Корфовки и Алексея Никольского померили силами накануне 23 февраля. И в числе защитников Отечества оказались не только мальчики. Девочки показали, что и строевым шагом пройдут, и отрапортуют. Отряд села Алексея Никольского. Смотр строим и песня готов. Разрешите приступить? Разрешаю. Самое отдаленное село округа – Корфовка. Юные жители села о пограничной службе знают не понаслышке. Среди школьников создали даже свой отряд юного пограничника. На заставу ездили и оружие разбирали, и на полевые выходы выходили с нашим учителем. Мне очень тяжело, хотел бы защищать родину. Конкурс среди школ прошел в несколько этапов. После рапорта и приветствия – строевая подготовка. Самым интересным стал творческий тур. Просто переделками песен не обошлось. На свой лад тут показали и известную сказку про муху-цокотуху. Подготовкой к конкурсу ребята занимались почти 2 месяца. Учителя утром на занятиях, днем художественные руководители. Клуба у нас очень давно нет, поэтому мы на базе школы организовали творческий коллектив. У нас всего 3 учителя, им бы дай бог со занятиями справиться, с административной работой. А детям скучно, деваться некуда, поэтому мы организовали коллектив. Первыми стали школьники села Корфовка. Конкурс закончили большим дружным чаепитием. А об отважных защитниках Родины школьникам рассказали почетные гости праздника. Наталья Зайцева, Александр Анисимов, Телемикс.